Привет, сегодня будет новость о программе для диагностики автомобилей Ford, а именно Ford EDS, FGDS, FDRS. Для полноценной диагностики многие используют Ford EDS. Но, как известно, она работает с автомобилями до 2018 года. И поэтому для более свежих автомобилей нужно использовать FDRS, которая пошла после 2018 года. Она работает как с фордовским сканером, так и SJ2534. И новость заключается в том, что появилась возможность использовать EDS с J2534 приборами. То есть, допустим, если у вас есть, например, Scanmatic или Autel J2534 или Kardak или другой или любой другой, то с помощью дополнительной настройки можно заставить EDS работать с J2534 со старыми автомобилями. До этого такой возможности не было, так как FDRS работает, как я сказал, с 2018 года, а FGDS для программирования, то есть FDRS для диагностики с новыми, можно сказать, машинами, а FGDS для перепрограммирования, ну, тоже не всего спектра. Вот. То в данном случае это будет крутое решение для тех, у кого уже есть EDS. Нужно будет просто сделать определенные настройки. Ну, естественно, это все делается на платной основе. Ну, и нужно иметь лицензию, официальную лицензию на программу, которую мы также предоставляем. Они есть на 30 дней, как в данном случае это на фотографии, так и есть на более длительный период, на 577 дней, если вы пользуетесь программой, ну, планируете пользоваться долго. Поэтому, если вам нужна такая настройка, напиши комментарий под видео, и я свяжусь с тобой и обсудим детали.